В 11-й раз в Ихвинской волости состоялось праздничное мероприятие, на которое были приглашены золотые юбиляры. Все те, кто пронес свою любовь через года и сумел сохранить ту искренность и чувство, которое много лет назад связали любящие сердца. Золотая свадьба – важная веха, достигнуть которую можно только с помощью нелегкого труда. Позади половина века – долгой и незабываемой жизни. Люди, которые прожили друг с другом столько времени, доказали, что настоящая любовь, безграничное уважение и верность существуют. В этом году со столь памятными датами Ихвинская волость поздравила 4 золотые пары. После небольшой прогулки свадебная автоколонна прибыла к Народному дому, где после поздравительных речей каждая пара посадила свое деревце. Франсуа Мариак писал: «Супружеская любовь, которая проходит через 1000 случайностей, есть самое прекрасное чудо, хотя и самое обыденное». После посадки деревьев юбиляры запустили в небо воздушные шары и вновь, как много лет назад, вошли вместе в зал под хорошо знакомую мелодию вальса Мендельсона. Здесь их приветствовали близкие и, конечно же, дети, которым сегодняшние юбиляры долгие годы были надежной опорой. С праздником поздравили и внуки-правнуки, для которых виновники торжества являются уже образцами для подражания. Людьми, которые смогли пронести через года и сохранить самое бесценное, но в тот же момент самое дорогое – любовь.